после трех дней бесконечных блужданий по степям, камышам, среди проток, пустынной местности, мы обнаружили даже сухопутный маяк. Моря здесь нет и в помине, даже рядом нет нигде моря. Так мы убедились, насколько были тщетными и бесперспективными наши попытки добраться до берега на автомобиле. Но вчера мечта сбылась, и мы купались в Каспийском море. Видимо, вот этот зеленый простор, это и есть бывшее море. Посмотрим внутренности маяка. Есть ли там лампа, факел или что-то подобное. А, тут множество птичьего дерьма. Если собрать птичий тал, то можно продать его на удобрение.